Еще и гол тут падает. Блин, офигеть, точка топовая. Просто, блин. Я чуть гол не дал маленькому. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я решил записать офигительный видос, охренительную идею. Надеюсь, у меня все получится это дело реализовать. Блин, Лёшка, как мне надоели уже эти нубы в танках. Никто не умеет вертеть башню, что-то вечно врезается в тебя. Как мне надоели, блин. Подожди, не гори, подожди. Ты что, не знаешь канал Антинуб? Какой канал? Смотри, у него, короче, 177 подписчиков. Он записывает каждый день стримы, видосы. И там реально крутой нагиб. Поэтому я, короче, смотри, оставлю ссылку под этим видосом в описании. Ага. Ты перейди, подпишись. И напиши, короче, ему хэштег... Ты профи. Вот, давайте тогда, ребят, тоже напишите. Ссылочка в описании. Короче, сейчас я буду записывать спаси, мать его, голд. Вот, так, голды. Голды главное кидать. И все будет нормально. Вот, все, голды, короче, я кидаю. Вот, смотрите, ребят, я должен сейчас накидать очень много голдов. И чтобы точка упала вот здесь. Здесь, вот она, сразу. Да ладно, ребят, это столько попыток. Я уже второй день пытаюсь, серьезно, пытаюсь второй раз... Второй день, точнее, для вас записать этот ролик. Им наконец-то повезло с картой. Еще и гол тут падает. Блин, офигеть, точка топовая. Просто, блин. Я в шоке, серьезно. Я не верю, что повезло. Блин, ребят, капец, это удастся сделать. Спаси голд на джаггернауте. Просто в обычной рандомной битве я сейчас буду держать дефис золотой ящик. Как думаете, ребят, у меня получится это сделать или нет? Напишите в комментариях и... Очень сильно надеюсь на вашу поддержку, потому что, опять же говорю, записываю уже второй день подряд. Сначала с царем, потом с легендой. Я уже так устал, но, блин, не зря. Видите, уже 4 минуты осталось до конца битвы, но мне пофиг. Я буду держать этот голд все 4 минуты, если, конечно, у меня получится. Потому что... Крит-ошибка! Пожалуйста, не трогай меня, крит-ошибка! Нет, пожалуйста! Пацаны, крит-ошибка сейчас вылезет, наверное, да? Нет! Ну почему?! Пожалуйста, умоляю, лишь бы не вылезло. Орех, ну пощади хотя бы вот эти пару минуточек, ну. Пожалуйста, блин, лишь бы не было крит ошибки. А, я молюсь просто, ребята. Она вроде исчезла, но она может выскочить в любой момент. Либо что-то зависнет, либо еще что-то. Фух, ну ладно, вроде пока все нормально, лишних движений я не делаю. Пошел отсюда, этот фризак прям очень хочет взять этот золотой ящик. Я на джаггернауте, конечно, впервые дефлю голд, но... Необычно, вам скажу, ребята. Вообще необычно. Так, опа, отталкиваем и убиваем. Ну что, пацаны, голд мне не нужен. Забираем. Надо написать им чат. Берите голд. Тихо. Ребят, забирайте золотой ящичек. Он вам нужен. Он вам нужнее, забирайте. Я, кстати, если останется пару секунд, я отдам просто. Ой, лаги. Лагерь. Отвалите. Блин, капец, лагерь долбанный. Они мне не нравятся. Вообще прям. Офигеть. Берите голд. Еще голд. Еще. Нет, давай забирай. Это первый лагерь. Смотрите, жига какая-то. Что это за пламя посреди карты? Офигеть. Ой. Я, походу, уже никого не убиваю. А, нет, убиваю. Блин, что-то мне не нравится. Опа, нормально. Что-то пацаны как-то не атакуют меня. Ну, вроде как-то атакуют, но не так активно, как бы я хотел, чтобы было динамично. Уважаемые, где динамика? Динамику, плиз. Плиз, динамику. Опа, вот этот фриз. Ой, фух. Сегодня убили. Что это было? Ой, помогите. Что происходит? У меня shift не нажимается. Ребят, shift не нажимается. Не нажимается shift. Shift. Что? Что происходит? Что это? Это карта залагала или у меня? Потому что чувак не может взять гол. Чувак вылетел. Так, ребят, раунд номер хрен знает какой. Я снова сидел уже, наверное, час. После того, как записал последний фрагмент, ждал, пока меня закинет на эту карту. Просто на карту, ребята, просто на карту. Представляете себе?
Вот, и вот меня закинуло. О, точка прям тут со второго, прикинь, царь, кстати, уже пришел. Уже да. Легенда приходил, уже все ко мне приходили, спрашивали, что ты сидишь? Ребята, второй день. Вон, царь не даст соврать, второй день. Записываем эту дичь. Просто, блин, я хотел удивить, я удивил и себя уже тем, что я так долго сижу, я в офиге. Вот, поэтому, ребят, ой, у меня, тихо. Танки зависли! Опять? Не, нормально все. Блин, у меня, короче, ошибка какая-то вылезла, и мне, я не мог башни вертеть и ничего не мог сделать, прикинь? Ты прикинь? Боже, я бы давно забил на это. Я просто хочу вот это сделать все, потому что уже, у меня как бы, во-первых, несколько фрагментов есть, я просто сейчас скину голд, упадет? Этот голд забрали, кстати, потому что я не мог поворачивать башню, у меня все зависло, какая-то ошибка вылезла у меня. Так, на, все хорошо, меня не бомбит. Все нормально? Да. Спокойно, я жду, пока упадет голд у меня. Рельсы, шпалы, кирпичи. Об этом же подумал. Так, ладно, пацаны. Пожалуйста, держите за меня кулачки. Я прошу вас. Я надеюсь, под этим роликом наберется хотя бы 2000 лайков, потому что это пипец. Смотрите, голд еще сюда не падает. И снова нет. Ну давай сюда. Давай. Давай, детка. Давай сюда. И уже до хера кинул, царь. И снова нет. Прикинь. Прикинь, тут со второй попытки я тут... Прикинь, сейчас все кину и не выпадет. Я уже опять кидаю и нет. Я не знаю, какие плюсы, серьезно. Это самая худшая затея вообще в жизни, реально. Я еще на мульте, ребят, точнее на Я Онлайн записывал на своем втором аккаунте. И там мне... Из 11 голдов не выпало ни одной точки. Представляете, народ? 5 голдов, царь. Ты веришь в это? Я верю. У меня! Аллилуйя! 24 или 25 голдов кинул, упал возле меня, и то сбоку где-то в жопе. Нормально, отлично. Мне подходит очень даже. Отлично. Паровозик Томас. Короче, все, будем дефить. 3 минуты 50 секунд у меня есть. Вот это ради тебя голд. Я кинул хрен знает сколько. Нормально, все хорошо. Меня не бомбит, ребят. Вообще не бомбит. 2 дня записываю, ну, нормально. Все хорошо. Но знаете, прям такое настроение бодрое. Хочется записывать еще. У меня также все хорошо получается. Что ты орешь, Сань? Боже, как ты бомбишь? Да я. Сань, ты понимаешь, что у меня. Я чуть голд не дал маленькому. Говнючку. Прикинь, царь, тут такое происходит, ты потом будешь смотреть видос, офигеешь, как я держу этот голд. Рельсы, шпалы, кирпичи. Ну, плиз. Он полдня, короче, 2 дня. Фантом! Фантом, чуть не взял. Два пиздя, я, короче, продержу хотя бы 2 минуты эти долбаные. Это... Я, кстати, так я не договорил, я не могу договорить, потому что я кинул уже где-то, короче, смотри, на этом аккаунте 50. И на основе, ой, на мульте еще 11. 11. И еще подписчики в битве, которых я встречал, они тоже кидали. Вот мы вчера с Тарем записывали. Да. Вот, и, короче, в итоге получилось, ну, наверное, где-то, ну, около 60 голдов. 60 точно. Да, где-то 60 точно голдов. То есть, представьте, 60 золотых ящиков, и нам удалось записать, ну, короче, там получилось где-то 3-4 фрагмента, но из них там только 2 я... Наверное, выложу, потому что остальное там, ну, типа, либо меня резко сливают, или еще что-то происходит. Поэтому это самые хорошие фрагменты. Вот это то, что видите, это просто шедевры. В общем-то. По сравнению с тем, что было. По сравнению с тем, что было, конечно, это 100%. Ну что, пацаны, ну, зато я думаю, вот чувакам интересно. Это, я думаю, им очень интересно. Представьте, Джаггернаут вот 40... Я, кстати, 42 к нулю иду, пацаны. Прикиньте, вот, я думаю, им очень нравится вот эта тема. Ну, им нравится, конечно, когда они берут голды. Так, давай, кышка. Кстати, на Джаггернауте очень можно легко, спокойно держать. Ну, то есть, можно массой танка отталкивать всех. И вот этим мы еще шифтом тоже отталкиваем. Ну да, да, шифт. Ну, шифт это на крайняк уже. Это когда уже вот пробираются, и тебе нужно хоть что-то сделать. Рельсы, шпалы, кирпичи. Тихо, сейчас проедут. Я взял сам! Я хотел... Ну нет!
Минута осталась, кстати, может еще кину. Может еще кину, кстати, минута осталась. Я еще взял этот голод, ну блин. Что? Все, короче, последний голод остался у меня, давайте последний кидаю. А, все, все, голодом. Боже, божечки. Да ты едешь, ну я в шоке, тут голода нет? Это не голд? Все, а, вот голд, блин, я не доеду. Или доехал. Че, я доехал, что ли? О, я дефлю голд, все нормально. А, да, все хорошо. Ты его подержишь, потом сам заберешь. Не, я его сейчас соберу просто. Все, забрал малыш. Поздравляю, малыша! 20 секунд, да не сливайте меня хотя бы, пацаны. Потому что меня все равно сейчас можете слить, и все равно битва закончится. Ой, короче, ребят, вот такой вот получился, ну, типа, спаси голд. Вот, надеюсь, вам понравилось. Я очень сильно старался, 2 дня кипел, потел, и, ну, в общем-то, вот получилось. Это максималка, что можно было выжать. 58 к 0, 0 звезд, прекрасно. Я просто не подтвердил ход, просто зашел, потому что здесь голды есть. Вот, поэтому с вами был Биг Танкс и Царь, и Легенда тоже мне помогал. Он тоже молодец. Все, всем удачи, ребят, 2000 лайков с вас. Подписочка. Покидос. Всем пока-пока.